С вами канал Улица Москвы. Мы на острове Балчуг. В этом выпуске прогуляемся по первому Раушскому переулку и Раушской набережной. Здесь у нас отель Балчуг Кемпинский. Первый Раушский с обратной стороны. Собственно, вот улица Балчуг. То есть это анфас, так скажем, отеля. Так, ну идем, вот это, да, небольшой переулочек между улицей Садовнической и Раушской набережной. Напротив, прямо по центру кадра вы можете видеть парк Заряди, что уже находится на противоположном берегу Москвы-реки. Ну и он довольно пустынный в связи с известными событиями. Ну а какими? Если вы смотрите не в 2020 году, посмотрите, погуглите, что было весной этого года. Так, вышли на эту Раушскую набережную. Далековато до перехода. Попробуем так перейти. Так, этот большой Москворецкий мост. Тоже красивые здесь виды. И на Кремль, и на храм Василия Блаженного. Ну и на парк Заряди в том числе. Ну, собственно, это уже Москва-река, это основное русло. То есть не водоотводный канал. Так что здесь пейзажики тоже такие ничёшные. Ну, в принципе, можно было бы, конечно, в ту сторону идти, чтобы насладиться видами, но там уже как бы набережная заканчивается, за ней уже Софийская, выше по течению. Но вот это место, конечно, тоже очень красивое. Я думаю, на картинках виды Москвы можно часто его увидеть. Там вот Паристый так называемый мост, который, ну, мостом, наверное, в полном смысле не является. Там тоже любят делать селфи посетители парка Заряди. Вон высоточка тоже. Так, здесь была или есть электростанция в окрестностях. Так, сейчас тут насчет текущего ее состояния у меня нет сведений. Так, а как я понимаю, Москворецкий парк, он же тоже сейчас закрывается, он совсем людей там не видно. Но люди ответственно подходят к карантину, не хотят, чтобы все было как в Америке или как в Италии. Ну, я тоже стараюсь не посещать общественные места, держать дистанцию. Ну, а видео снимать я не думаю, что в этом что-то такое есть криминальное. И тем более, вот никогда не видел, чтобы улицы Москвы были настолько вот пустыми. Тем более, это не глубокая ночь, так скажем, июньская, я бы еще... Ну, может быть, как-то понял. И то там праздно гуляющийся люд, что-то выкрикивающее обычно в это время бывает. А сейчас и такого мы не наблюдаем. Следующая неделя вообще объявлена полностью нерабочей.